ударили антиорбитальные системы планеты Тихон. Это не просто исследовательский комплекс. Припады, повторяю, припады. Координаты за... Да, Ригман горит. Вижу множество антиорбитальных систем. Их не было на моей карте. Пятый и девятый. Покинул корабль. Личный номер 20131. Стабилизация состояния. Введены 250 миллиграммов самсофентанила. Побочные эффекты. Тошнота, головокружение, нарушение двигательной координации. Осталось, Купер. Держись. От этого можешь вырубиться, но когда очнешься, все будет хорошо. Ластимоза, на подходе вражеские титаны. Высшие хищники. Принято, Бити. Наемники. Купер, не высовываться. Бити, пойдем. У нас 18 часов, пока ковчег не будет запечатан и готов к доставке. Шевелитесь! Эй, Рихтер! А ну оставь трупы в покое, псих! У нас есть работа! Нам не заплатят за уборку дел! Пошли! Thank you.
Бити, передаю права новому пилоту. Связь. Браво. Браво, Танго. 7-2-7-4. Купер, возьми мой Титан. Используй мой шлем и прыжковый модуль. Учеба закончилась. Позаботься о нем. Капитан Коул из третьего отделения гранатометчиков ополчения с уцелевшим ополченцем. Мы перегруппируемся к маяку АМС, координаты 772981. Кто-нибудь меня слышит? Говорит сержант Эстер, второе отделение стрелков ополченцев, говорит генерал Мардер из АМС. Вы нарушили суверенное право. Мое краткосрочное предложение – амнистия. Сдайтесь представителю или солдату АМС. Если откажетесь, то будете уничтожены. Вы
работаем на АМС, а не на Плиска или его наем. На кого АМС скажет, на тех и работает. Чего так стараешься? Резаль дадут. Какая разница, кто отдает приказы? Плиск, его наемник, генерал Мардер. Нам платят в любом случае. Главное, чтобы эта хрень в горах заработала по графику. Думаешь, правда, то, что технари говорят про эту штуку? Блин, я что, похож на всегда? Но если это правда, ополчение скоро придет, но очень неспасно. Обращаюсь к ополченцам в этой местности, и мы вас найдем. Предлагаем вам немедленно сдаться. Не пытайтесь оказать сопротивление. Отдан приказ открывать огонь на поражение по вооруженным ополченцам. Замечен пилот. К бою!
Есть огонь! Цель куда-то исчезла! Кто ее видит? Никого! Цель не вижу! Ответ погиб! Слышали? Осмотритесь! Вражеский пилот прямо из-за головы! Граната! В сторону! Понесем потери! Я следующий! Кто с тобой? Прикройте! К ополченцам. Напоминаю, вы находитесь на планете Тифон. Планета находится под контролем АМС, но вне наших объектов обитает много диких тварей. А мы не контролируем природные ареалы. Сдайтесь, и мы обеспечим вам личную безопасность, как военнопленным. Поодиночке.
ветеран типа «Авангард». Они редко вставать пытаются. Не выйдет. Мало энергии. Недостаточно энергии. Мало энергии. Недостаточно энергии. Энергия 2/3. Электронный мозг перезапущен. Зрительная система работает. Настраиваю фокусировку. Пилот, все нормально? Вроде да. Ты назвал меня пилотом? Да. Покойный капитан Ластимоза назначил вас временным пилотом. Поздравляю вас с повышением. Можете называть меня Бити. Бити, понятно. Мои системы перезапускаются, но третья батарея ускорит этот процесс. Я останусь здесь. Пока не могу передвигаться, постараюсь помогать вам советами через шлемофон. Обращаюсь к ополченцам. АМС обеспечит всем сдавшимся безопасное возвращение в исправительное учреждение город Ангел. Советую немедленно сдаться любой поисковой группе АМС. Категорически не советую вам сдаваться АМС. Анализ речевого сигнала указывает на ложь. Сканирование перезапущены. Из-за нападения 9-го флота ополчения мы приземлились вдали от пункта назначения. Мы находимся на вражеской территории. Будьте осторожны, здесь нельзя долго оставаться. Думаешь, мы выживем, Бити? Выбор у нас небогатый. Импровизировать и приспосабливаться или погибнуть.
функция аварийной маскировки. Она пригодится вам в опасных ситуациях. Чей это голос? Это командир мародеров из разведывательного спецподразделения ополчения, сокращенно РСП. Ее зовут Сара Брикс. Она живет за счет угнетенных. Бити, на этом корабле есть кто-нибудь живой? Нет. Сканирование не обнаруживает на борту МСС Джеймс Маккаллан признаков жизни, но 90% шлюпок были выпущены. Надежда остается. Наше местоположение раскрыто.
Эти дроны-разведчики АМС. На подходе подкрепление противника. Нам надо срочно установить нейронную связь. Пожалуйста, установите последнюю батарею. Энергия полностью восполнена. Пилот, чтобы продолжить, нам надо установить нейронную связь. Прошу, садитесь в кабину. Хорошо. Директива номер один. Связь с пилотом. Устанавливаю нейронную связь. Нейронная связь установлена. Стрелок Джек Купер. Теперь вы временный пилот Титана BT-7274. Директива номер два. Выполнять задание. Задание. Продолжить спецоперацию 217. Я засек приближающихся врагов. Директива номер три. Защищать пилота. Перезапускаю критические системы. Вихревой щит включен. Вихревой щит ловит вражеские пули и ракеты. Чтобы выпустить захваченные объекты обратного врага, отпустите кнопку. Пилот, пусковая установка «Псаломщик» работает. Эта наплечная установка одновременно отслеживает множество целей. Чем дольше вы удерживаете кнопку, тем больше целей будет захвачено. Нейронная связь установлена. Есть связь для управления основным оружием и для движения. Пилот, засечен спуск вражеского титана. Приготовьтесь, нам придется пробиваться в безопасное место. Да, надо просто убить парочку злодеев. Рекомендуется поддерживать позитивный настрой. Титан ополчения, номер корпуса BT-7274. Под огнем. Неплохо, пилот. Неплохо. Чертовы авангарды. Врага уничтожен. Отлично, пилот. Наша боеспособность повысилась. Пилот, я засек еще приближающиеся отряды утильщиков АМС. Наш единственный шанс выжить — выполнить задание, встретиться с майором Андерсоном. До того мы с вами предоставлены сами себе. Отмечаю место. Следует поспешить.